Ребята, вы на канале Denplay. Сегодня мы с вами продолжим играть в FIFA Mobile 18. И скоро выйдет FIFA Mobile 19 версия. Скоро она выйдет. Я ее уже с нетерпением жду. FIFA 19 выйдет. FIFA Mobile 19 выйдет. Уже разработчики готовят это обновление. Но когда оно выйдет, неизвестно. Но в ближайшие недели должно выйти. В октябре точно должно уже выйти, мне так кажется. Ну, а возможно, оно и дальше выйдет, но мне кажется, что EA Sports для нас подготовят такое обновление, которое нас заставит в эту игру играть очень много времени, потому что я знаю, я верю в этих разработчиков, и они сделают лучшую игру в Play Market, лучшую игру на Android в мире. Вот, вот так вот сказать это надо. Ну и сегодня для вас я подготовил очень крутой видеоролик, где мы будем открывать свои паки в ретро-звездах. Очень много паков там. Покажу потом вам свой состав. Он очень сильно поменялся. Левандовского уже нету. И сегодня еще выйдет, то есть завтра, наверное, выйдет видеоролик, где я буду получать... Вот, аркада. Ребята, вышло небольшое обновление аркада. Вы видите, что можно получить вот все... Вот эти вот все призы за очки, когда играешь, там побеждаешь. Я получил игрока... Потом покажу, кто мне выпал. Получил случайные ретро-очки. И вот, мы за них будем открывать паки. Вот, смотрите. У меня есть 360 жетонов, но я их не буду тратить. Я их буду... Сегодня же пятница, сегодня же ретро-игрок 90+, гарантированный выйдет, да? Да, получается так. И у меня есть очки заморозки, Тотти. Какие-то тут еще очки у меня есть, и там... Все, в общем-то, классно. Пасхальные очки, тот с паки. И сегодня эти все паки мы с вами откроем и посмотрим, что нам выпадет. Давайте сначала начнем такой разминочки. Не знаю, что такое нам открыть. Ну, надеюсь, сегодня мы какого-то игрока отличного выловим, да. Найдем какого-то хорошего игрока и поймаем этого игрока. И будет нам очень круто. Давайте начнем. Мне кажется, заморозка. Здесь всегда выпадает какая-то фигня. Это всегда гарантированно, что ерунда здесь выпадает. Но, возможно, сейчас нам выпадет какой-то очень крутой игрок. Давайте, начинаем. Поехали. Всегда тут ерунда выпадает, но, возможно, сейчас выпадет или Паулиньо, или Санчес, или Алессандрини. Да, Санчес 90, кстати, тут есть. Давайте, открываем. Надеюсь, что выпадет хороший игрок, но я не удивлюсь, если тут выпадет какой-то... Конечно, понятно. И здесь у нас Шейн и кто? Паулиньо! В принципе, ребята, нам повезло, потому что, знаете, потому что здесь всегда выпадает вот такой вот... Вот такой вот. 80 рейтинг. Всегда вот эти вот игроки, которых вы видите, они всегда выпадают, часто выпадают. Ну, мне, в принципе, ребята, повезло, знаете. Это я уже считаю везением. Давайте сначала откроем вот такой вот. Дальше открываем. Гарантированно 2. Ой, эпичненький тут Педро. Фернандо Торрес. Он у меня есть. Именно он у меня есть в составе моем. Акинфеев у меня есть в составе. Игорь Акинфеев. Ну не знаю. Ну если Дибала выпадет, цапник мне надо. Мне хороший цапник надо. Давай. И здесь у нас Окзан. И здесь у нас Джан. Ну, в принципе, плохо, да. В принципе, плохо. 90, ну, 85 рейтинг, это плохо, блин. Остается 3 пака. Давайте откроем Тотти. Пожалуйста, Тотти, обрадуй нас. Обрадуй, 3 игрока, пожалуйста. Да нет же, Робин. Да нет же, Пике. Ну, что такое? Что так не везет? Так, что сегодня нам что-то вообще не везет. Остается 2 пака. Я что-то перестаю верить, что нам сегодня выпадет какой-то крутой игрок. Один пак Тотти. А если выпадет Салах? А если выпадет Салах? Ну, у меня есть в составе Салах, но не тот Салах, который нужен. Так, или если выпадет Пьянич. Ну, Пьянич выпадет, его можно продать за хорошие денежки. Так, не, пасхальный сначала. Пасхальный, тут Иско, Корзетка, в общем-то. Пищик у меня есть, пищик. Ну, я не хочу, чтобы тут выпало какое-то из вот этих. Ну, ладно. Выпадет, то выпадет. Мы с вами куда-то их потратим. Блин, ну что же такое? Да что же это такое? Ну, что так не везет? А, Ренато Санчес. Что так не везет? Я не понимаю.
Последняя надежда. Тот. Самые дорогие паки. Вот здесь. Они стоят 250 жетонов. Это много. Знаете, сколько стоят? 200, да, 200. Не знаю, ну давайте. Поверим в одну. Мне кажется, что ничего не выпадет сегодня нам. Как-то, ребят, странно все это, но... Ладно, блин. Да нет же, ну скринер. И кто здесь? Ай-яй-яй, только Камби. Все, ребята, эти паки нам не привели сегодня удачи. Но у нас куча игроков хороших. У нас очень много хороших игроков. Сегодня выйдет 90 плюс игрок. Ну ладно, тогда. И вы готовы увидеть мой состав? Давайте сейчас. Вот, 95 рейтинг. Это много, я вам сразу говорю. И смотрите. Торрес, Салах, Акинфеев, Милинко Висавич, Фикир, Давид Сильва, Варан, Серхио Рамос, Пищик, Марсело. И какой-то Мклири, да. Ну, у меня куча игроков в запасе, посмотрите. И Мануэль Нойер, и Адленко еще тут, и Лысель... Ну, короче, посмотрите. О, вот он, вот он. Смотрите, сколько у меня игроков. У меня очень много игроков, которых я не знаю, куда деть. Ну вот, смотрите на этого игрока. Вот он мне выпал. Ну, он, конечно, такой себе, но... В принципе, ЦЗшник нормальный, но... Кумиров бы хотелось бы получше, побольше. Так, давайте посмотрим, в кумиры зайдем. Или давайте посмотрим, да, в кумиры. И потом, возможно, сейчас мы получим 2 ляма 500. 2 ляма 500, если есть, то давайте попробуем это сделать. А кто мне выпал тогда? Ну вот, 2 ляма 500 дадут и 250 тысяч опыта. 80 рейтинг минимум. Ну вот, можно поставить нормально тут, сделать составчик. Давайте, только надо накупить нам игроков сначала. 80-75 вот таких рейтингов. Погнали на это посмотрим, на этих игроков. Потому что у меня мало игроков золотых, а все элитные я не хочу использовать. Потому что я еще другие хочу на там эти их использовать. Так, 75 ставим. Позиция, так, все равно мне позиция, главное, чтобы цена была до 40 тысяч. Все. Ай-яй-яй-яй-яй, что все проданы, алло, баба. Так, вот, есть, ну, давайте, вот, Эдуардо, Лорента давай покупаем, Эдуардика давай покупаем. Что такое? Ладно, вот этого Эдуарда покупаем. Дедушку Эдуарда. Так, давайте теперь вот этого Мозеса покупаем. Так, давай ты покупайся, Мозес. Все. Теперь давайте... Я не знаю, кого теперь купить. Ну, давайте... Что-то я... Ну ладно, ну, у меня вратарь уже есть в команде, в принципе. Давайте посмотрим еще, что тут есть. У меня, в принципе, денег еще хватает. Вон есть игрок какой-то был. Брэди, так. Ладно. Поставим 50 тысяч. Да нет же, не 500. Вот так, 50 тысяч и... И мне кажется, рейтинг давайте 76 поставим. Да что же это такое? Так, все. Ах, ты не найдена. Ну, давайте посмотрим, из чего там у нас получится. Получится так. Погнали, посмотрим. Да, давайте отсюда. В кумирчики. Вот. Нормально сейчас мы получим так. Вот, нападающий. Давайте сначала поставим Лорента. Давайте так где-то. Пойдем пока. Нойера я не буду ставить. Ореола. Ореола. Так, дальше Дракслер у меня есть. Да не знаю. Давайте Рената отправим. В принципе, понимаете, их можно продать за хорошие деньги. Тут 2 ляма 500 получать. Так, морозные игроки. Вот. Ну, давайте теперь там посмотрим каких-то плохих. Так, например,
Эдуард, давай иди сюда. Вратарь. Так. А вот ты, например. Иди туда. На ППшник станешь ты. Так, я не хотел бы Паулиньо использовать. Я бы хотел вот этого вот. Кого тут здесь еще можно? Ну, давайте Робина. Он дешевый. Робин очень дешевый игрок. А кто мне там еще? А, вон, у меня Моссес есть, кстати. Ну и кого использовать нам еще? Так, ну давайте. Давайте это скринера. Давайте скринера. И я думаю, может поменять. Вот тебя поменять. Кем-то там можно поменять? Да никем нельзя поменять тебя. Мне бы какого-то золотого игрока хорошего еще. Ну, в принципе, я мог бы посмотреть сейчас бы, да. Давайте сейчас выйдем. И зайдем в трансферы. И поиск. О, вот, только что был. Вот, все. Все, вот купили мы его. Кого-то. Ну, кого-то не будет там с рейтингом 76 желательно. Я купил вот его. И теперь погнали в кумирчики. И вот сюда заходим. Меняем тебя, пацан, на кого? На вот тебя. И можем, в принципе, нашего скринера и не тратить, да? Нет. Блин, надо еще одного было бы игрока купить. Да не, что-то не хочу. Мира, ну блин, ну. Если бы поменять еще в этого можно было. А на теперь тебя. Давайте еще одного золотого игрока купим, потому что мне кажется, что можно скринера поменять. Или нет? Ну давайте посмотрим. Давай, ставим 60. Ладно, давайте 70 сразу. Вот так, пускай будет. Вот, Бойко, Денис Бойко, давайте его купим. Хотя ты дорогой, ну ладно. Да ну, короче, давайте лучше. В принципе, сейчас Бойко играет в Динамо Киев, а не в Башикташе. Не в Башикташе. Или... Ну, короче, вот так, давайте за Покосту покупаем. И все, и в принципе, уже можно получать 2 ляма 500. И, в принципе, это будет нормально. Отлично будет сейчас. Так, давайте посмотрим испытание. И тебя, пацан, поменяем на Запокосту. Вот, скринера я не потратил. Или может мне этого не тратить, как его там. Ну, тихо, да, я тебя сюда поставлю. Так, тут всем мне не надо. Короче, отправляем. 80 рейтинг, 11 игроков. Все, скринера я сберег себе. И 2 лямчика. 5 эти. Ну, короче, все так, как надо. А ну тихо, дайте я еще посмотрю. Можно еще, может, попробуем? Кстати. В принципе, можем еще попробовать. Ну, не знаю я. Паулиньо. Можно, в принципе, это реально можно сейчас сделать еще 2 ляма 500, и я куплю себе хорошего этого, как его. Дайте посмотреть. Хорошего. Кто мне хороший? Цапдик надо мне хороший. Побыстрее, подвижнее такой. Или вратарь, ну вратарь, Акинфеев нормально стоит, он вообще там... Так тащит, что вы не уявляете себе. Так, давайте купим еще золотых игроков. Вот, ну давайте вот их покупаем. Тебя. Вот тебя. Вот тебя, Денис, покупаем. Эй, что такое? Я уже хотела его купить. Ладно. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать уже. Сейчас я тут покупаю игроков, и сейчас мы еще получим 2 ляма 500, и будет у нас уже 4 ляма
500 где-то так будет. Ну вот, в принципе, давайте еще пару игроков купим. Например, тебя. Да ну тебя. Давай быстрее, блин. Покупайся. Вот, трипье даже есть. Трипье. Ну, давайте там. Там, короче, все, думаю, хватит. Трипье. Давайте трипье еще купим. Вот, теперь точно хватит. Все, погнали. Теперь еще два лямчика получим. Я могу себе купить нового игрока какого-то. Давайте в кумирчики залетаем. Шмехель, да? Это папа Каспера Шмехеля, который стоит на воротах сейчас у Лестера. Да, вроде бы ж так. Если я не ошибаюсь, конечно. Вот тебя. На ворота, давай, исчезни. Исчезни, да. Вот так вот сказать можно. Так, давайте Дракслера. Вот тебя. Так вот, в принципе, нормально, ребята. И давайте поставим. Вот тебя не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко так. Ну вот. Жарпике, Дракслер и исчезни. Ну там Адлин, конечно. Ну такое, в принципе, вообще отлично. Так, отправляем. Получаем. Давай быстрее грузись. Так, все. Вот и все, ребята. И у нас 4 ляма 500. А что мы можем купить на 4 ляма 500? Какого игрока 90 рейтинг можем купить? Так, давайте 90 рейтинг поставим. И цена, давайте 4500. Вот так вот, да. Ну, уже концерт ПЗшника хорошего могу купить. Гвинца, ну, гвинца мне не надо. Бускетс мне тоже не надо. Родригеса могу купить на цапника. На цапника Родригеса, точно. Я потом посмотрю, ребята, вне видео уже. Сейчас будем заканчивать. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Вот. Тут нормально, ребят, можно купить тебе себе так. Ну, Левандовский мне не надо. У меня нормальный нападающий. Вообще отлично. Какого вратаря? У вратаря, кстати, 90 есть. Так, понятно. Вообще классно. Вернер. Даже Вернер есть. Классно. Пьянич. Ну, короче, ребята, поставьте лайк этому видеоролику и подпишитесь на канал. Play. И я для вас буду снимать классные видеоролики всегда по FIFA Mobile, по разным играм. Да, просто видеоролики не выходили, потому что я в школе там, все такое, и плюс я приболел чуть-чуть. Ну ладно, короче, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока! Tell me pretty lies, look me up.